Всем привет и добро пожаловать на канал Плутхоум. Мы с вами продолжаем развивать наше поселение и продолжаем наблюдать за нашими жителями, которые трудятся как пчелки в прямом и переносном смысле. По поводу закадровых действий. В общем, перекинул на противоположную сторону мельницу. У нас раньше была вот здесь. Это специально для того было сделано, чтобы можно было здесь установить два новых поля. Естественно, они будут направлены по конкретной культуре. Дальше. Сделал еще один дополнительный домик наверху. Опять же, чтобы можно было скрыться от дождей и непогоды. И в придачу плюс одна хижина у нас находится здесь. Сегодня будем возводить новые территории, и самое важное, конечно же, мы посмотрим и наладим производство по тем объектам, которые мы с вами получили, открыли и построили как раз-таки в предыдущей серии. А именно идет разговор первое. Бондарь. У нас он уже начал делать бочки. В количестве 5 штук было даже сделано за прошлый год. Ой, слушай, это дорога может быть улучшена. Нет, дорогу мы пока трогать не будем. Где у нас находятся склады? Вот здесь первый, да? Давайте глянем. Да почему флаг? Мне не нужен флаг здесь. Он вообще здесь не особо-то и ехал и болел. Бочек у нас здесь нет. А второй склад наш был построен или нет? Да, я вижу, кстати, торговец приехал. Сейчас мы к нему сгоняем. А вот здесь у нас как раз-таки бочка есть. То есть продукция у нас с вами здесь будет портиться на 5% медленнее. Бочка в полном объеме на 100% своих возможностей. Единственное, что я не очень понял, где остальные бочки. Вроде как 7 штук сделали, но, наверное, в пути, в дороге, да? Дальше, значит, ну, бочки мы пока не трогаем, они у нас производятся. Уголь. Значит, уголь у нас с вами тоже начал производиться. Только, наверное, пока временно мы его тормознем, потому что мы его... У нас его и так, в принципе, много сейчас, да, на складе находится. 135 единиц, а мы в таком количестве его и не потребляем. Здесь нам нужен... Ну, по идее, да, для изготовления оружия. А какое мы будем делать оружие? Давайте мы, наверное, сделаем, во-первых, парочку... А, нет, стоп, инструменты. Нам вообще в одном количестве... Точнее, в единичном экземпляре пускай будет находиться. Мечи мы сделаем в приоритет. То есть, чтобы у нас было оружие ближнего боя. И немножко возведем еще дополнительно... Даже вот так вот сделаем. Во. И дополнительно возведем еще как раз-таки производство инструмента. Здесь у нас работает два человека. Что касается литейки, ну, здесь у нас вариантов немного мы... А, кстати, слушайте, а мы вот так, наверное, добавим, еще и золотые слитки будем плавить. Я, к сожалению, не знаю, где они у нас там будут использоваться, в каком объеме, но, тем не менее, пригодятся. А может, кстати, просто для продажи. Дальше, значит, что у нас есть? У нас есть производство мебели, было сделано 6 комплектов, там какие-то тумбы, шкафы, это все у нас уже готово и отправляется на склад. Но я так полагаю, это для новых домов, то есть для третьего или четвертого уровня, у нас пока что все еще вторые. Мыло идет, здесь на что заканчивается? А, с водой проблемы? Серьезно? Ну, это мы сейчас очень быстро решим. Вот здесь где-нибудь тебя поставим, здесь сколько у нас процентов? 40? Нормально, тебе хватит. Сделали. Дома свободные есть. По поводу гончарни. Значит, предлагаю сюда убрать несколько человек. Не будет такого огромного количества. А сколько у нас вообще свободных? А, 15. Слушайте. Тогда знаете, как мы сделаем? Дополнительно сюда еще несколько рабочих. И всех остальных давайте... А, у нас здесь и так идет заготовка дров. Потому что дрова сейчас будут, походу, улетать только в путь. Нам надо будет еще потом замножить производство железа. А золото закончилось или нет? Не, золото еще добывается, шикарно. Там два человека как трудились, так и продолжают работать. Это пропускаем. Дальше, по поводу оружия, смотрим. У нас с вами 11 луков с 1100 стрел. Охренеть, у нас их очень много. Далее идет у нас свечной магазин, тоже очень много свечек. Ну давайте, наверное, одного сюда заберем. Сапожник. Ботинки производятся. Дома делаются. На складах, точнее, все у нас есть. А с этой стороны у нас что идет по производству? Только разве что у нас две монеты, да, вот как раз-таки те единственные, самые первые, знаете. Надо будет как раз-таки самый первый цент свой оставить в этом банке. Это же, по сути, банк, да? И как скрутишь магдак, потом, когда целая куча будет, целая гора, ну, золотишко, голды этой, будем брать туда и нырять. Но пока у нас, да, самый первый цент, можно сказать, находится... На сохранении. Дальше, значит, что по поводу пива. Слушайте, у нас на самом деле пиво дофигища. И самая большая проблема в том, что надо умножить будет. Я поставил сейчас на плодородность поднятие как раз таки удобрения. А то я 2 года уже, не, ну, игровых, естественно, не поднимал здесь урожай. Ность. Вот, и, соответственно, у нас очень сильно просело. И мы очень мало получаем этого самого, пшеницы. А как итог, у нас пшеница же уходит на мельницу, видите, на муку и придачу на пиво. Поэтому высасывание этого продукта идет просто какое-то колоссальное.
Ладно, это мы вопрос порешаем. Это все не так смертельно и все так сложно. Рыбаки у нас внизу, по-моему, там трудятся прямо как пчелки. Я вот про вот этих ребят. У тебя что там по процентовке? 40% сверху. У тебя 17 уровень и 90%. Да, я тут небольшие корректировки сделал, но с рыбой проблем нет, они таскают. Кстати, в прямом смысле слова таскают, бегают прям очень далеко. Что, у нас здесь тоже подъехал? А, 79%. Стены возводятся. Эту территорию пока мы не будем ограждать. Сперва надо делать все вот здесь. Низину почти что закрыли. Ну, а здесь у нас пошла. Я, конечно, тут думал, может быть, все-таки поставить на удаление и переходить полностью на камень. Но тут столько камня нету. Мне кажется, даже будет проще вот эту всю стену там удалить и перейти на древесину. Ну, в общем, напишите в комментариях, что вы думаете. Пока оставляем в таком формате, как есть. И потихонечку, понемножечку, как раз, видите, они подтаскивают. Я еще, наверное, даже их заморочу. Сейчас еще плотнее, еще сильнее. Это выделим дерево, вот это все, что тут имеется, сразу рубите и сразу относите. Ждем вот эти поля. Также параллельно, давайте я еще, наверное, дважды их заморочу. И плюс новая территория, это у нас будет она идти вот здесь. 10 на 7 там, по-моему, у нас было, да? А, ну здесь идеально как раз. Слушайте, нифига себе, как мы с вами идеально поставили забор, да? Что у нас как раз совпадает еще и данная территория. Тогда тебя раз, и второе поле у нас пойдет вот здесь. 10 на 7... Два. Все будет по отдельной культуре, конечно же, идти. Стенки мы тут добавим, не без этого. Они у нас были где? Они у нас были вот здесь. По-моему, там у нас идет шаг в две клетки, да? Да, раз, два. Значит, получается, пропускаем. Ставим ворота первые вот сюда. Вторые у нас точно так же здесь идут напротив. То есть они будут у нас находиться вот здесь. О, и закроем сейчас это все стеночкой. Красиво, аккуратненько, по красоте, по фэншую, как мы сами любим. Закроем здесь и то же самое вот с этой стороны. Все, пока больше не трогаем, пускай делают, пускай справляются. Что я хотел еще параллельно... Стоп, а у нас торговец уже ушел. Боже, я его видел, заболтался, пока и вам рассказывал, и сам себе пояснял. В итоге пропустил. Ладно, значит, пива очень много. Давайте, наверное, ставим максимальный сбыт. 500 единиц. Подтвердить на продажу. Травы мы... тоже поставим чуть больше. Нам этого количества хватит. Это что, железо пока пропустим. Мед. Меда просто дохренище. А, у нас тут так и так 500 единиц. Видел, писали, что пасеки разбросаны по всей территории. Ну, ребята, а как вот по-другому? К сожалению, будут давать безумный дебаф в одном месте. Я бы, конечно, их поставил все разом в саду, но... это, конечно, было бы правильно, красиво и логично, даже около полей. Но, черт подери, они сами по себе достаточно просто работают. И если мы их тут друг на друга накинем, ну, от этого никакого профита нет. А так мы мед очень не кисло получаем в больших количествах, можем его продавать, да и самим он пригодится. Так что, да мы даже пасеки-то не видим. А так, да, по факту у нас пчелы весь город оккупировали. Дальше, значит, что у нас с вами идет по... О, какие у нас тут, кстати, статуи появились на новом уровне. А у нас, интересно, святыню-то построили? Да, она у нас здесь есть. Тут даже такая тропиночка у нас проложена. Плюс новый райончик и дорога здесь у нас идет. А по... о, нифига себе тут цены, слушайте. 1200 большая статуя. Ни хрена себе, я сказал, это какой-то просто, не знаю, завоеватель. А что у нас тут еще было из дорогого? Нам там писали про... этот самый... кабары, ну про театр точнее. Но он стоит 500 золота, 50 глины, 150 досок. И 200 рабочих часов. Угу. Ну, наверное, имеет смысл, наверное, как-то к нему, да, потихонечку выходить. А еще было бы неплохо нам выйти, кстати, вот сюда, в кирпичи. А кирпичи мы тогда сможем построить сыроварню. Из молока делать сыр. Это будет дополнительное питание. А еще нам потребуются, опять же, кирпичи, чтобы можно было поставить лавку консервирования. Здесь мы будем делать... тогда консервы, как из ягод, так и из фруктов, овощей, но и в придачу еще и нам потребуется тогда здесь сделать стеклодув. А стеклодув у нас вот тут. Уголь и песок. Опять же, требуются кирпичи. Короче, кто нам делает кирпичи? Кирпичный дворик, логично. Глина и уголь. Берем тебя. Ох, ёперный коромысл. А что такой большой-то? Кирпичный дворик. Я думал, там будет... какой-то, знаете, сидеть мальчик напротив телевизора и смотреть ужастики и делать кирпичи. Но нет, здесь немножечко все по-другому. Это достаточно большая постройка. Ну, ее, наверное, имеет смысл поставить. Кстати, она не дает дебаф. А, она дает дебаф. Она дает дебаф, причем очень большой. И будет давать даже вот на эти дома, да? Хотя нет, она не дотягивается до них. Вот туда, вот сюда тебя я и поставлю. Потому что у нас все равно здесь домов не будет. Максимум еще один ряд.
А раз мы там будем даже делать один ряд, то какой смысл нам тогда сразу закрывать? Потому что он так или иначе, если будет находиться дом вот здесь, он до него дотянется, да? Хотя нет, смотрите, если мы ставим тебя здесь, он не дотягивается до него. То есть, следовательно, если мы его опустим вниз, точно так же он не коснется его. Место-то хорошее, прям идеальное. Ладно, не будем тут что-то говнить. Сделаем вот тут отдельно, и никому она не будет мешать. Я даже сделаю еще круче. Дополнительную дорожку, такой вот переход здесь добавлю. И чтобы было прям вообще замечательно и здорово, мы тут еще поставим им... Господи, это находится-то в ресурсах. Все больше и больше у нас открывается новых объектов. Вот, у нас как раз где будет вода. И начинаешь потихонечку теряться, что у нас тут было, а что нет. Но справимся, ничего. Кирпичи у нас делаться теперь будут. Следовательно, мы можем поставить стеклодувов. Правильно? Ох, ни хрена себе у них радиус. Охренеть. Это, наверное, самый большой радиус по дебафу. Просто сумасшедший. Ну, у нас уголь здесь, глина тоже здесь, плюс склад центральный здесь находится. Нам получается сюда его никак не поставить, этот завод, да? Так что давайте вытягивать и выравнивать территорию. Ну, наверное, вот под этот угол мы возьмем. Вот под эту, да, грань. И вот таким образом здесь сейчас все дело подготовим. А что у нас здесь загорелся значок? Можно улучшить постройку. Улучшение, требуется камни золота. Что нам это даст? Дополнительные рецепты и повышенное... О, давайте. Давайте сделаем модификацию. Золотишко вроде как было. Ну, пока только одну сделаем, да. Потом уже на подходе будет и вторая. А еще одна, смотрите, вот здесь появилась она тоже. Но, опять же, таки следующим пойдет. И что делаем? Правильно, ждем. Точнее, я жду, а у вас сейчас все будет готово уже. А, точно, ребятки, я же совсем забыл. Что же я хотел еще сделать-то? Да, как раз-таки вот по поводу благоустройства и нашего театра поговорить. Он гигантский, привлекательность дается. Вы посмотрите, какой охват. Здесь написано, что лучше всего будете поставить вот на этой возвышенности. Но тут, правда, понятно, что мешают постройки, дороги, слишком высокий склон. Можно это будет все подлопатить, так сказать, да, то есть выровнять. Но я предлагаю, чтобы сделать охват как раз-таки... Ой, стоп, это не ту штуку я ставлю. Это вот это мне требуется. Театр, вот он. Предлагаю это все дело подлопатить как раз-таки и поставить вот в этом местечке в низине. То есть нам потребуется убрать несколько домов, а именно целых 4. Мы их перенесем. И все-таки центр и центральное здание у нас будет находиться здесь театр. И он будет охватывать и верхние районы, и нижние. Это будет очень, как мне кажется, правильно. Так что, друг, ты у нас переселяешься куда-нибудь теперь вот сюда. Первый дом будет здесь находиться. Второй дом мы перенесем по соседству. Дальше ты у нас переезжаешь. Ага, там нам что-то мешает. Там нам мешает ландшафт. Но мы его сейчас отрегулируем. Таким вот образом. Дороги, конечно, не совсем будут у нас тут идеально складываться, но это уже не имеет значения. И вышку я, наверное, еще чуть сдвину. Вот сюда. И последний дом у нас, который должен будет переехать, получается... А, нет, он не один, у нас два, да, дома еще будет переезжать. А мы тогда вас пока перекинем к рыночку. А, стоп, мы наоборот даже эту территорию оставим, а для домов мы выведем вот сюда. Первая хата и вторая. О. Все, забегали как муравьи. Сейчас все будут подготавливать и делать. Угу, бочки все сюда отправляются. Кстати, а тут у нас еще есть улучшение. Что нам будет давать? А, увеличивает вместимость хранилища, полезно, особенно на самом деле для верхнего, потому что там у нас, как правило, больше идет поток продуктов, да, там у нас поля и все такое. И также снижает скорость порчи пищи. Интересно, насколько. Но в любом случае, как только у нас появится возможность поднять уровень, следовательно, мы будем делать подъем вот этой первой точки. А, ну вот как раз таки, о чем я говорю, она вся забита к хренам. Нам требуется 30 кирпичей, и мы ее можем поднять. Нам срочно нужны будут кирпичики. Сколько там вам осталось для производства? Давай вот так поставим. Территорию выровнять. А, слушайте, а если мы дома с вами перекинули, тогда мы проще тогда сделаем вот как. Дорогу все равно сюда вытянем.
Вот таким вот образом. Здесь сделаем какой-нибудь парк, небольшое украшение. Ну а после этого как раз-таки сделаем объединение, правильно? Нет, неправильно. Сейчас там у нас в вышке ребята охренеют. Но надо кое-что поделать, переделать. Во. А я вообще все сделаю иначе. Я сделаю ход конем. Я вот сюда тебя вытяну. Эту вышку мы оставим, а здесь для декора и для украшения мы оставим. И как раз-таки плюс место для новых домов и районов. Во как, шикарно. Правда, не совсем ровно, но ладно. Будет первая кривая улица, кстати. Даже название дадим. Кривая улица. Такие ходят, живут. Ты где живешь? А я вот там, вот у меня там дом такой-то, там деревья такие-то. Очень много разных ориентиров. Да, здесь такой, а ты где живешь? А, говорит, у меня кривая улица. И все знают, кто где находится. Сразу два человека такие, знаете, прямо элита. Еще и школа под богом. Под боком здесь не только, кстати, школа, но еще и дороги под наклонами такие. А, хочу дорогу сюда вытянуть. Получится? Да, как раз-таки до конца ее вытянем. А вот здесь мы сделаем небольшой заворотик. Торгаши пришли? Нет, не пришли. Хреново. 90 единиц молока у нас. Ё-моё, мы столько сыра сможем намутить. А важный момент, а сыроварня у нас вообще дает дебафы или нет? Ресурсы. Нас интересует сыроварня. Она у нас была где? Мыловарня. Ну, нам нужна сыроварня. Она как мыловарня, только так стоять. Это, наверное, в производстве пищи, да? Вот здесь она, да, во. Она не дает никаких дебафов. А большая? Ну, не особо, кстати. Можно около рыночка будет бахнуть ее и как раз-таки получим бонусы по еде. Какие классные пошли эти. Полетели белые мухи, да? И нам, наверное, еще потребуются новые дома, потому что мы эти перекинули, а народу прямо мало. А, ну, в смысле, места. То есть, когда родятся дети, им будет негде жить. Тут варианты, наверное, только одни. Это перекидывать жилье куда-нибудь вот сюда. Достопримечательности. Ну, потихонечку, да, строится. О, кстати, слушайте, а ее можно будет модернизировать. Требуются кирпичи. Что нам даст? Просто бонус привлекательности. Круто. Я как раз-таки такие небольшие вот объектики оставлю, чтобы можно было с разных сторон это все дело возвести и в дальнейшем как-то модернизировать. Это большой. Ты у нас что, небольшая статуя? Где-то здесь можно будет поставить. Хотя нет, лучше здесь будет сделать парковую зону как раз-таки, да? Вот это вот здесь. О, потом поднимем уровень и перепекло пекарни, и вокруг нее и будет еще больше бонусов. Ну вот как раз таки, повторюсь, наши вот эти слоты свободные, то, что мы так достаточно широко строим, позволит нам получать хорошее количество по привлекательности. А здесь требуется 800 золота и кирпичи, плюс еще будет изменена как-то внешне. Но видите, самая простая, а тут нарисована какая-то статуя внутри находится. Статуя, у которой нету чего-то там. Ресурсы обновите мне. Значит, пилы есть, но у нас есть, ну, по сути, все, да. Без фанатизма, но есть многое, да. Мне у тебя надо поднять. Кровь из носа надо поднять. Центральный все-таки у нас склад. Почему сюда бочки не несут, я не понимаю. Почему приоритет, потому что, может, ближе всего-то находится? Там порча еды у нас уже минус 20%. Ой, минус 10%, да, суммарно? Да, минус десятка. А главный склад как был, так и остался. А у нас подняли уровень? Ой, слушайте, а вы посмотрите, как у нас теперь выглядят охотничьи домики. Капканы. Мясо. Да, до хрена всего. А на капканы, кстати, они теперь забирают железо. То есть можно ставить ловушку на зверя. Мы как раз, когда выделяем зону области для постройки. Во, вот здесь капканы они могут ставить. Но у нас они охотятся вот здесь, где есть и капканы, большое количество, и олени, и кабаны. Ну так потихонечку, да. Окутываем весь наш город. Скоро хрен кто пролезет. Я так полагаю, все противники, наверное, будут ломиться исключительно в сторону ворот, поэтому у нас здесь будут башни, они прямо на сходу будут всех убивать. Ну и плюс встречать наши бойцы. Надо еще казармы будет поставить, кстати.
Сейчас железо основное у нас рассосется по территории. Сколько на 10 уже? 300 монет. Интересно, а мы можем отправить все остальное? А, у нас еще в кладовую уходят бочки. Нифига себе, чтобы здесь у нас не портилось. А что у нас здесь должно портиться-то, ё-моё, я не понимаю. Бонус снижает порчу, и бонус за каждую бочку также 5%. Суммарно мы имеем десятку. Плюс мы можем модернизировать, если будут доски и кирпичи. Но здесь все опирается в кирпичи. Повышенная износостойкость, снижение скорости порчи еды. А какая тут еда? У нас здесь даже не хранится еда. У нас вся пища уезжает в эти самые... В эти, как их называют-то? Да, кстати, я заметил крысу. Уезжают все в этот... Как они называются-то? В погребы, ё-моё. Давай-ка я поменяю тебе работу вот сюда. Смотрите, у нас крысы появились здесь. Сейчас как раз-таки наш крысолов пойдет ловить. А то он в прошлом году никого не поймал. Наверное, потребуется даже не один, а несколько. Если не повысить привлекать района, то постройка будет, ну, даунгрейд произойдет. И нам, походу, потребуется еще один, наверное, крысолов, да? Вот он у нас. В уголочек тебя где-нибудь сейчас поставлю, чтобы ты никому не мешал. Как раз-таки около погреба. Эту территорию мы охватим. А по поводу привлекательности, ну да, над этим надо будет поработать. И мы это сделаем, знаете, как украшение. Возьмем вот эти парки, которые мы можем модернизировать. А, стоп, мы не можем. Мы сделаем по-другому. Вот, одинаково я поставил, вот удаляем. Такими деревянными заборчиками эту всю территорию прикроем. А вот сюда как раз-таки можно будет... А, не получится, это его территория. Вот эту надо будет улочку модернизировать. Она как раз таки сделает охват по этому радиусу. Что там по налогам? Плюс 70, шикарно. Слушайте, у нас первый раз появились крысы. Сколько тут фруктов у нас собрано, а? Поле почти готово. Первое. 192 часа осталось. 168 уже. А, у нас и карьер печальный закончил свою работу, да? Угу. Удаляем. Надо найти, где есть еще песок. Это глина, все это не то. Еще глина, камни, железо. О, здесь прямо очень много рыбы, кстати. Здесь охота у нас идет. Где-то я, по-моему, видел, песок был поблизости. Тоже глина. Вот песок. Ну, нифига не поблизости на самом-то деле. Но у нас телеги есть, других вариантов все равно нет. Туда сейчас территорию поставим на подъем. Раз не хватает уровня, да, и угла. А потом откроем и поставим там уже наш карьер. Что там, крысолов наш справился? Ну, судя по всему, да. Все, кстати, рыба еще... А, она на земле валяется, да? Убил 40 грызунов. Вот это я понимаю. Вот это прямо крутой чувак. Прямо охотник. Не то, что, кстати, некоторые, которые уходят далеко в леса, да? Это мы построили? Нет, еще... Жрут гады все, а? О, аллилуйя. Смотрите, что у нас заработало. У нас теперь есть кирпичный завод. Значит, берут глину, уголь, хреначат кирпичики. Мне нужен будешь ты. 30 кирпичей. Поселенцы у нас стали еще образованные. Шикарно. Это, опять же, пока среднее образование, никого другого. А, здесь у нас еще проблемы с водой. Сейчас мы их решим. Нет, не защита. Господи, ресурсы. Вот они. На углу здесь построим. Так, значит, что мы будем выращивать здесь? Ну, как и планировали, значит, у нас здесь будет идти морозоустойчивая, не особо жароустойчивая, но, однако, жароустойчивая. Да, однако, по урожайности хорошая морковка. Вот, ты идешь сюда. Вот таким вот образом дальше второе поле то же самое сделаем. Ой, точнее, вторая посадка. И здесь то же самое. Раз, и... А здесь, наверное, мы просто сделаем... А мы будем удобрение, кстати, поднимать. Лучше вот так поставлю. Она влезет туда, интересно? Не, не влезает. Вот так зато влезет. Но все равно сделаю подгон общий под... Хотя нет, это бред. Хотя почему бред? Здесь больше будет производства. Но мы все равно подгоним все под морковку. Вот таким вот образом. Нам надо, знаете, что будет еще сделать? Плюс одну компостную яму. У нас в домах есть отходы, не успеваю таскать. Сюда же выведу ее за черту города. А здесь соединим дорогами.
Поселение заболел чем? Ребенок Гульберг становится жертвой недуга. Брюшной тиф. Интересно, его вылечат? Не вылечат. Он умер. Да, это ужасно. У нас торговцы есть? Не, пока никто еще не прибыл. Мне срочно нужно еще 5 единиц кирпичей. Только стоило сказать слово «срочно», сразу же появилось, да? Делаем улучшение. Увеличивает вместимость хранилища, а купцы с более выгодными предложениями и повышенные. Вот ты мне нужна. Что для этого требуется? 80, 50 и 500. Не проблема, кстати. Сейчас кирпичи начнем фармить. А что у нас, кстати, у нас с коровой? А, ну слушайте, она как раз именно здесь-то у нас и гуляет, да? То есть территорию, которую мы выделили. Их тут двое. Два пастуха. Единственное, я думаю, может быть, все-таки территорию сменить. Вот наверх. А здесь можно будет потом еще дополнительно... Хотя, стоп, а мы можем вообще не менять. Мы можем просто взять и сделать окантовку из забора. Это будет вообще еще лучше. Например, мы это сделаем таким вот образом. Вот до сюда, да? Вот так. Вот так. И вот так. Понятно, что она не будет никак держать коров и вообще никого и ничего, но это чисто вот такой внутренний визуал, знаете, чтобы было понятно и видно, где находятся границы. И так, мне кажется, даже будет очень мило. Ты смотри, началась модификация. А, ползет сплинтер, блин, а? Черт, началась модификация, и сразу же появилась крыса. И крысолов, кстати, да, у нас поменялась локацией. Ну-ка, тот. А тот у нас уже был построен, и он полностью все зачистил. Ай, какой молодец. Только мы сейчас сделаем такой охват побольше, и погреб, и рынки все охватим. О. Интересно, он сейчас с ними вопрос как-то порешает? Ну, по идее, должен. Он как раз-таки пришел. Это же ты там? А, нет, он еще-таки идет. И здесь у нас тоже повозка вся забита товаром. Все завалено. Смотри, скотина, а? Жрет нашу еду. Охренела совсем. Ну, точнее, не скотина, а крыса, блин, а? Хотя нет, она крыса-скотина. Момент истины. И вуаля, у нас теперь новый погреб. Крутой, навороченный. Уже влезает не 1500, а 2500 в нашей пище. И, ох, нифига себе, сразу ассортимент какой-то товара здесь появился, да? Еда есть, ждем бочки. У нас бочки были на складе, кстати. А, нет, их уже отнесли, понял. Мебели много. Надо посмотреть по поводу продажи ее. Можем ли мы ее выставить? Ну, конечно, по идее, должны. Вот она у нас идет. Посмотрим, почему будет продаваться. Давайте десятку скинем. Ну и пока достаточно. Возвращаемся к нашему строительству великому. Нам требуется с вами, что будет добавить им? Конечно, благоустройство. И то, что мы с вами планировали, это театр. 500 золота, глина, это все у нас есть. Давайте достать проект. Значит, насколько ты большая штука? Да, ты большая штука. Вход мы можем сделать с этой стороны. Но центральная улица у нас, получается, идет вот здесь. Вот так мы тебе сделаем. Тут как раз поставим дорогу, а там мы сделаем какую-нибудь живую изгородь, которая будет ограждать от поликлиники, да? От поликлиники. Да уж, удалить. И поставить как-нибудь вот так вот. Сейчас опять тек тоже удалим. А, требуется территорию-то выравнивать. Слишком крутой склон. Сейчас сделаем все. А еще у нас есть модификация для колодца. Давайте сделаем. У нас здесь будет идти увеличенный объем для хранения воды. Не 250, а уже будет больше. Ускоренный набор и плюс привлекательность. И даже интересно посмотреть, как все это будет выглядеть. Ну, тем более для ближайших домов будет бонус. А потом, конечно же, все остальные тоже мы будем с вами поднимать. Это такой просто центральный колодец с большим объемом воды, который как раз-таки раскидывает воду по всей территории. Сады просто все напичканы фруктами. Вы только гляньте на эту красоту. А еще по поводу рынков. Ну-ка. Значит, нас интересует вот этот большой центральный рынок. У нас по улучшению 30 досок, 50 камней. Получается, дополнительные рабочие места будут. Дополнительный доход. Увеличенная рабочая область. О! Вот тогда надо центральный рынок вот этот делать нам таким. Определенно. И плюс повышенная привлекательность. Шикарно.
И базар, конечно, без него никуда. Патчи что-то делали, но самое важное, это сделали нам наконец-таки территорию, да? Ну что, попробуем тебя поставить тогда вот сюда, как и планировали. Хотя в идеале, конечно, я даже лучше вот здесь сделать. Но дорога, я боюсь, не соединится. Хм. А мы проверим. Не. Тогда сюда и без вариантов. Тебя еще вот сюда мы добавим. Одну вот сюда. И по бокам нам потребуются еще вот такие цветочки. Раз, два. Сейчас они построят, что-то я здесь не могу сориентироваться по дизайну, как мне тут поступить. Хотя, получается, нет, я могу. Вот так вот мы сделаем. Здесь добавляем цветы. А здесь тебя. Такая площадь небольшая будет. Тут, конечно, стройка века будет просто огромная, долгая. А дорогу так надо переделать немножечко вот так вот как-то. Круто на самом деле выглядит. Что там по деньгам? 193 в казну идет, 500, 600 уже есть в кармане, шикарно. Торговли, правда, нет, к сожалению. А что, у нас железо закончилось или как? А, у нас... Так, стоять. Да, оно заканчивается. Причем вроде как руда сама по себе есть 600 единиц. А, уголь, понятно. Уголь-то у нас исчерпал себя, а здесь у нас потихонечку, понемножечку его из дров гоняют. Ну, умножим производство сейчас тогда. А пока кирпичи будем копить еще. Замечен враг. Это проблема. Снизу идут, да? Ну, у нас тут вроде как вышка есть, поэтому будем сейчас обороняться. Надеюсь, они как раз сюда ломанутся. У нас здесь вышка. Тут еще где-то была, по-моему, вышка. Да, вот она стоит. 24-й год выживания у нас. Только что врагов пока не вижу. Какой-то странный враг один, что ли, был. Слушайте, а на забор почти что готов. Офигенно. А внизу? А внизу полностью закрыли. Угу. Думаю, куда у нас только дерево уходит? Понятно. Здесь надо будет еще дороги модернизировать. Чтобы все как-то слиялось по цвету и, конечно же, основе. О, шикарно. Идет торговец. Точнее, уже пришел. Итого, что у тебя есть? Атка of the Iron Clan. Давай мы тебе скидываем на вот это. Пускай как бы не по самой выгодной цене, но тем не менее, плюс 1000 к нам в казну. Бац. На тебе посуду. Бац. У нас, кстати, еще 100 единиц осталось этой посуды. А мы у тебя купим, знаешь что? Мы у тебя купим... Нет, мы у тебя, кстати, можем броню купить. Броню, железо, так, нам не нужно. Уголь. Уголь почем? По 8. Дороговато, дороговато. А вот броньку нахватить можно пару штучек. Так, для разнообразия. Во. Ждем другого трейдера. А, еще уголь теоретически можно было бы взять, да? Но он быстро улетит. 800 монет, 90 единиц. Хм. Не. Налетчики, они снизу сейчас пойдут. Да, они около хижины рыбака. Но это какие-то голодранцы, посмотрите. Просто 4 будущих жмурика с луками. А, точнее, с палками идут. Они на нашу охотницу нарвались. Они даже решили в город не идти. Вот это сыкуны, блин, просто. Это я понимаю. А, ну есть еще и не сыкуны. Есть еще и другое нападение, вы гляньте. У нас еще и другие решили к нам завалиться в гости. Смотрим, ищем, убиваем. Нельзя, чтобы они сюда зашли. Но этого сейчас пристрелят быстро здесь. Он такой получил по щам и разворачивает. Но ему сейчас спина, в спину прилетит стрела, да. Бегут к сокровищнице. К сокровищнице и к рынку бегут, и посмотри. Но их там подрезали. Их подрезали и вырезали. Ничего не успели сделать. Ни хрена себе! Вот это жесть идет! Вы гляньте, сколько их здесь много. Поворотом долбят.
Чувствую, сейчас обнесут. Ой, обнесут. Идем встречать. Трое спаслось, да? Остальные сейчас увозят. Сейчас посмотрим отчет. Сейчас было бы неплохо, если к нам пришли новые жители. Так, поселение было... Напал на поселение. Получается, число налетчиков 21, убито налетчиков 16. Уничтожено, точнее, убито поселенцев 22, уничтожено построек 2. Украдено предметов 0. То есть они сломали, ничего не утащили. Людей жалко, конечно. 22 поселенца погибло. Охренеть. Минута молчания. А хреновее всего у нас убили нашу бабулю. Травницу, лекаря нашего. Теперь у нас будет другая, молодая. Зовут ее Зера, 29 лет. Ну, будем надеяться, что она быстро наберется опыту. А ребят потихонечку приходят и увозят отсюда трупы. Сейчас надо еще все чинить, ремонтировать. Вот здесь поставим казармы. По этой главной дороге они, получается, будут все выходить, пытаться как-то зайти на территорию. Так что лучше мы, наверное, здесь поставим им еще и оборону в придачу, да? Только вот разве что, смотрите, проблема еще может быть. Они теоретически, точнее, это башня, да, она может стрелять туда, но там у нас, получается, не хватает дистанции. Мы сейчас здесь территорию сейчас все подготовим. А может даже не имеет смысла их там ставить. Они все равно у нас здесь все замесы происходят. Так, стоп, отбой. Мы лучше здесь вышку поставим еще, одну или две. А самую главную казарму, да, мы сделаем вот здесь. Снизу у нас будут фермы. На этой территории еще штучки две или три даже влезет. Да, нет, две точно влезет. Наверху будет казарма находиться. Одна, и еще одну такую поставим на другой стороне города. Колодец, кстати, тем временем тоже у нас уже потихонечку готов. Дальше, значит, я еще хотел вот что здесь добавить. Да, понятно, что может, не в тему совсем, но надо это сделать здесь. Площадь тоже потихонечку готовится, ну и осталось 100 досок для строительства нашего театра. Еще дети рождаются у нас. Казарме еще чуть-чуть осталось по ресурсам и будет полностью готово. Ох ты, ё-моё, у нас пекарня горит. Досталось ей. Ну, вроде как успели потушить, да. Как раз-таки из нового колодца воду брали. Пилораму можно улучшить. Получается, у нас будет что? Возможность использовать тяжелые инструменты, ускоренное производство предметов и дополнительные рабочие. О, еще и здесь у нас появилась модернизация дровоколов. Будет что? А, ну просто ускоренное производство. Угу. Ну, одно теоретически можно будет, даже две поднять, одну удалить. Но мне сейчас доски нужны для поднятия базара, для строительства казармы и для театра. А, еще и рынок, да. Значит, надо построить прям обязательно. Это нам нужна с вами хижина рабочих, лагерь рабочих. Потому что у нас с вами что-то начинает процветать древесина из-за обилия ухода того, что у нас уходят дрова на производство. Надо где-то здесь установить ее, и пускай они ходят и добывают все. Вот здесь, с этой стороны. Так, тут добавляем вот сюда компост. Внизу тоже готовы. Добавим вот сюда. Ну и ждем, когда пройдет зима. У нас тут еще два дома немножко так запустили. Ну ладно, это такая на подстраховку, это на будущее, когда мы здесь добавим украшения, все вернутся. А что, ну здесь у нас морковка, сюда мы добавляем нашу репку. Только единственное, вот эту территорию я здесь удалю, а вот так вот добавлю. И надо сделать модификацию по почве в виде глины. О! Ну поля сразу ломанулись. Делают, подготавливают. Мне надо, чтобы еще домик тут, ну, достроили, и будет отлично. О! Значит, по поводу количества людей на максимум.
Территория сбора вот здесь. А у нас пиво закончилось, нифига себе. Тогда стоп, мы его продавать не будем, мы его возвращаем обратно к нам на склад. А, ну так у нас урожай, да, я понял. Сколько у нас муки для хлеба? 94. Давайте-ка, наверное, пока не будем ее перелопачивать. Пускай на пиво все отправим. Детишки рождаются так потихонечку, понемножечку возвращается то количество людей, которое было до такого жесткого нападения. И образование еще 21 человек получил. Ой, хотя бы бревна пошли сейчас на склад, шикарно. Начинает потихонечку пополняться. Давайте добавим сюда еще ребят. А, у меня их нет, да? Все, люди закончились. Зато у нас золото переплавляется, слитки идут потихонечку, так что можно будет еще и что-нибудь прикупить. У нас здесь что по производству? А, ну один к одному идет, да. Конечно, в идеале надо уголь найти. Не знаю как, но будем сейчас тогда точки ставить куда-нибудь вот сюда. Так, потихонечку будем открывать. А, здесь у нас волк, отбой. О, здесь у нас озеро большое. Сейчас проверим. О, уже собрали урожай. Прямо отлично. Хороший, большой и вкусный. Здесь как раз 97%. Сейчас до сотки дойдет и заодно закинем это все в новое поле. У нас, кстати, наверху где-то пасека такая стоит, мед фигачит в нон-стопе. Одинокая. Ладно, пускай так дальше там и находится. И нам, наверное, потребуется еще здесь поставить лагерь этих повозок. Что-то прямо таскают и таскают все. Где у нас там было производство сыров? Вот здесь, да? 25 досок и 50 кирпичей. Все у нас это есть, как раз-таки будет плюс продукция. Будем меньше голодать. У нас есть это все, и привлекательность не теряется. И построю ее вот здесь. Здесь и повозки, здесь и коровы с молоком, и склад есть. В общем, все, что требуется для счастья и для быстрой транспортировки продукта. Сколько там досок осталось? А, 10, 8 уже. Давайте. О, поселенцы, 2 человека, шикарно. 173 человека в городе. А, у нас бочки пошли вниз уже. А здесь сколько процентов мы сейчас с вами имеем? 10. Да уж. Но нам надо либо уголь, либо сейчас просто брать и множить просто в бесконечное количество добычу дерева. То есть брать дерево, ставить еще углежогов и хреначить, чтобы у нас можно было перерабатывать дрова уже в уголь. Иначе, если мы сейчас будем брать те запасы, которые у нас есть. О, песок, кстати, появился. То мы просто потеряем с вами. А, нет, мы песок и так добываем. А, нет, стоп, мы не добываем его. Это мы как раз-таки выровняли территорию. Да, если мы будем брать эти дрова, то мы зимой замерзнем. Так что ресурсы. А, даже так вот. Слишком крутой склон. Давай еще раз выровняем. Кстати, смотрите, спешите это увидеть. У нас открылся театр. Охренеть. И, кстати, его можно будет модернизировать. Требуется 150 досок, 120 кирпичей и 1500 золота. А что нам это даст? Еще больше привлекательность. Будет выглядеть, по-моему, еще круче. Вот так у нас он уже выглядит. И очень-очень достойно. Тут, наверное, ребята по соседству прямо ссаться кипятком от кайфа, да? Да, кстати, нет, слушайте. Не настолько прямо им хорошо. Требуется чуть больше пищи. А все остальное у них есть. Как раз, наверное, мебель появится уже. В доски упирается сейчас все. Ставим максимальное количество людей сюда. А что, морковку не убираем? Лежит просто на земле. Срочно нужны повозки. Хм,
Кстати. 800. Так, и 40 кирпичей. А здесь у нас какой идет? 50. Ну, хватает, по идее, да? Восемь человек. Да, давайте возьмем. У меня не хватает рабочих рук уже, чтобы камни собирать. Прямо уперся в них. Хочу казарму достроить. Да, я думаю, куда у меня доски деваются? А у меня дома пошли в модернизацию третьего уровня. Подождите, ну народ 5 сек. Я сперва хочу вот этот рынок центральный поднять. О, 30 досок есть. Погнали. И, еще бревна сюда у нас точно уже уходят. Сырье, такой как воск у нас здесь хранится. И нам, знаете, что надо еще сделать? Плюс один дом крысолова, потому что радиуса уже просто не хватает. А так, хотя бы хоть как-то мы будем еще с ними справляться. Вопрос хотя поставить, наверное, где-нибудь. Так, ты же нам там, по-моему, не даешь никакого дебафа, да? Да, ноль. О, да-да, здесь и будешь. У нас идет покрытие по вот этой территории. Дальше соседние и как раз здесь. А еще у нас здесь возможность поднять наш дом лекаря до какого-то уровня же больницы, да? Есть деньги у нас, кирпичи требуются тоже. Также у нас они есть, ну, правда, немного, но есть. 60 штук осталось. Уход за дополнительными пациентами будет, повышенная привлекательность. И еще здесь неизвестная локализация, но понятно, что будут какие-то более лучшие медикаменты. Что по общему уровню счастья? А, отлично. Ой, да неужели? Наконец-таки доделали казарму. Так, значит, что мы здесь можем сделать? Мы тут можем сделать бойцов. Нам получается стоимость в месяц. Найм, ну-ка. Давайте сделаем двух бойцов. У нас получается и мечники, и лучники одновременно они будут, да? Ну, пока начнем с двух, а там посмотрим. Хотя, конечно, понятно, что два человека это очень мало против таких нападений. Здесь надо будет прямо отдельное звено, целую группу людей создавать. Человек, наверное, 20, да, чисто бойцов. Ну, как раз на целую казарму. Хотя там не 20 человек было, 12 максимум, может быть. Угу. А мы, получается, мы можем давать здесь зону контроля или нет? Отметить зону боя. А, вот так вот. Мы, то есть, выбираем и показываем, куда им идти атаковать. Все, понял. Вы посмотрите, как у нас теперь выглядит новый рынок. Вообще дусрачки круто, да? Огромный, большой, плюс еще один дополнительный человек здесь может у нас работать. Будет таскать ресурсы, продукты, хранилище стало больше. Под защитой стало в придачу. А на уровне? А, на уровне не будет. И радиус, вы только посмотрите, сколько он стал заметно больше. Дом крысолова у нас тоже готов. Значит, по поводу твоего контроля, будет у нас он идти. Здесь рынка нет, он под защитой. А вот здесь теоретически мы с вами сейчас поставим точечку, да? Во. Ну и снимаем, да, запрет на модернизацию. Много домов пошло сразу в конструкцию. Раз, два, три, четыре, пять... 5. Это что? Это просто строится дом, да? А, это на второй уровень только. Пипец, они как муравьи. Как караеды тащили, даже не муравьи. Они просто все тут выгрызли. Поменяем сейчас на точку добычи. Плюс у нас новое поле. Морковку закинем сюда везде. Хороша чертовка, хорошо идет. Только единственное, здесь, наверное, удалим и поставим вот так вот. Слушайте, ну, во-первых, смотрите, у нас с вами появился новый дом. Это полноценный дом уже, большой, так называемый, да, хороший дом, представляющий укрытие. Ну, понятно, да, это все то же самое пишется. Выглядит у нас он теперь вот так вот. Эпично, круто, действительно большой. А еще, им, конечно, также еще требуется мебель. И в придачу у нас готова такая некая центральная площадь. У нас есть небольшая статуя. И у нас вовсю должен был работать... А, нет, нормально, работает театр. Только единственное, его содержание 30-ку в месяц. Но золото есть, золото не проблема. Надо еще торговца дождаться. Ладно, все, я думаю, на этом моменте я с вами попрощаюсь. А, кстати, слушайте, у нас же еще и здесь, вон. Тут целая куча. Испорченные корнеплоды, запасы заканчиваются, нам будет принести. А, ну как раз его несет. А что касается производства здесь, забирают молоко и делают сыр. Очень круто.
Да нет, с голоду не помрем. У нас, кстати, вообще прям идеальное хранение. Ничего больше, ничего меньше. Чисто только то, сколько мы потребляем. Увидимся, да, в продолжении. Всех вас люблю, обнял, поднял. Пока.